девочка в стране далекой, где чужой язык и нрав, пленницею одинокой находилась там без прав. Часто грустными глазами в направлении одном все смотрела со слезами, где ее отцовский дом. За высокими горами, где струился Иордан, там она лишилась мамы в час набега сириан. И теперь она рабыней, жить должна в чужой стране, быть служанкою княгине, Неемановой жене. Но Господь был с ней в неволе, в этом был великий план, чтоб отдался Божьей воле полководец Нееман. Все случилось тут не сразу, есть на все известный срок. Нееманову проказу Божий вылечил пророк, совершив большое дело, малой пленнице совет. Так и мы о Боге смело возвестим на целый свет. Аминь.